Сотрудниками МВД России по Ленинскому городскому округу задержаны двое уроженцев Тамбовской области, один из которых ранее судимый, подозреваемых в организации занятия проституцией. Установлено, что злоумышленники на 31-м километре МКАД на парковке рядом с поселком Дубровский организовали так называемую точку, где девушки оказывали платные услуги сексуального характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий за оказание интимных услуг задержаны три женщины в возрасте от 32 до 43 лет, жительницы Владимирской и Белгородской областей. Ранее они уже привлекались за аналогичные правонарушения. В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении, на каждую наложен штраф. Также оперативными сотрудниками установлены и задержаны два организатора незаконной деятельности, которые подыскивали девушек для оказания интимных услуг, осуществляли их доставку на точку, обеспечивали безопасность и собирали денежные средства за работу. В ходе осмотра автотранспорта у одного из задержанных обнаружены и изъятые телефоны, банковские карты, черновые записи и деньги. В отношении мужчин дознавателям отдела дознания МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.